На Ямале начинается сезон отпусков. В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции установлены дополнительные правила для жителей, которые выезжают за пределы округа. Они определены постановлением губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Те, кто вернулся из отпуска или лечения из других регионов не более чем за 3 дня до выхода на работу, должны сдать тест на коронавирус в лицензированных организациях. То есть, если человек приступает к работе в понедельник, пройти обследование необходимо не ранее, чем в пятницу. Если же работник не сдал такой тест, то тогда работодатель обязан не допускать такого работника к работе и отправить его на самоизоляцию, либо предложить ему предоставить отпуск. Перед выездом на отдых ямальцам рекомендуют подробно изучить правила в регионе прибытия. Везде установлены разные требования. За несоблюдение этих правил в регионах установлены штрафы. Если сотрудник хочет перенести запланированный на лето отпуск, он может это сделать по согласованию с работодателем. Для этого необходимо написать заявление на перенос дат отдыха. Если человек не хочет брать отпуск, трудовым законодательством предусмотрено, что отпуска предоставляются в соответствии с графиком отпусков. Этот график обязателен как для работников, так и для работодателей. Если по каким-то причинам, как я сказал, отпуск не хочет работник брать, он вправе написать заявление и перенести отпуск на другой срок. Но, опять же, этот отпуск может быть перенесен только лишь по согласованию с работодателем.